Итак, народ, всем привет, с вами я, Павел Первый. Сегодня я бы хотел показать кое-что интересненькое. В этой игре, точнее в этом моде, есть дополнительная концовка, которую я хотел бы сейчас показать. Ну, это у меня самый последний сейв для игры этой, так что там придется сейчас идти вот сюда и забирать этот кубик. Кубик нам надо будет поставить на вот этот, на вот эту кнопочку. Сразу видим, появляется вот это смертельное поле. А, точнее его где-то. Хотя там все остается, короче говоря. В общем, вот здесь нам надо сделать отскок небольшой. Грубо говоря, нам надо запрыгнуть вот в эту воронку. Ну, для этого нам надо... Пудрищ! Упс. Я сдох. Итак. Попытка номер два. Пудрищ! Ой. Благо теперь я сохранился, и в общем нам надо немного боком поставить, чтобы врезались вот он. Вон оттуда. Ну, в общем, об ту стеночку. Сейчас. Поставим немного вот так. Постараемся вот так вот врезаться как-то. Ну, поехали. Ой, блин. Это мне не особо надо было. О, отлично. То, что надо. Что-то у меня сегодня не выходит. Да блин! Да какого хрена? Слишком под углом летит эта сволочь. Нам надо поставить только на стенке. Остальная часть заляпана вот этим. Что за херня? АТФ! Блин, я сам хочу, честно говоря, позырить эту концовку. Сам бы хотел ее позырить. Ты что, let's go? О, получилось! Осталось залезть в эту воронку, давай же! Да вот, вообще супер. Ладно, у нас почти получилось. Давай. Ну, отлично. Так, а дальше я забыл. Черт, нам надо было вон туда. В общем, да. А, еще раз прыгнем. Так, зачем я это сделал? Так, зачем я прыгнул? Все было идеально. Давай. Давай! Я верю в тебя! Да что за... Никак не получается у меня. Еще я добью эту концовку. Ну же... Ну вот. Опять не получилось. Печаль, беда. Ты творишь? Ну... Лишь бы не залез в нее. Такая залез, никакого успеха. Так, аккуратно.
Аккуратно. Да что ты творишь? Опять. Так, отлично. Как туда залезали? Чё-то я ничего не понимаю. Не-не, это точно не тот способ. Блин, как это было? О, отлично. Так. Надо бы теперь отключить эту хрень. Зря. Еще раз. Воу. На эти палочки тоже можно становиться. То есть гель мазать. Я уже давно мог пройти эту концовку. Но, несмотря на то, что я мажу, это мне ничего не дает. Ладно. F6. Блин, мешает. О, отлично, допрыгнул. Еще раз F6. Я не уверен, что это прыгну туда. А как же допрыгивал я до этого? Так, ну почти. Еще раз. Может получится. Нет. Блин, так не получится. Вообще бредовая идея. Дайте я подумаю. Итак, тут будет попытка что-то сделать. Там надо прыгать в самый угол. А потом запрыгивать сюда. Ну, почти получилось. Здесь F6. Да блин, ты чего летаешь хрен знает куда? Блин, почему ты не летишь как надо? Это надо, короче, хрен знает какой попытки, но у вас получится все равно.
И вы когда-нибудь не упадете на землю, как я. Блин, улетел же! Это уже не очень... О! Отлично! Все, а теперь мы идем вот в этот тайненький проход. Again? You did your business not so long ago. Why do you even bother with exploring your surroundings? It's not like you're going to encounter a life-changing moment. И вот смотрите, какая тайная комнатка, и мы видим то, что у нас было. Нас пытались сжечь, но нажимая эту кнопку, нас сожгут, и мы активируем вторую альтернативную концовочку. Так, F6. Теперь можно возвращаться и... так же, как и мы это делали до этого, проходить эту камеру. Вот как. Блин. Окей, надо было сохраниться. Как обычно. Ну, хотя бы закрыл. Теперь нас не убьют. Точнее, нас не сожгут. Блин. Ну, короче, я прыгаю вон туда, в самый низ. Вот сюда. Думаю, будет... Блин, дурацкая воронка. Да... Блин. Пока пытался пройти эту концовку, сколько смертей уже было-то. Так, возвращаемся за кубиком, ибо у нас уже все готово. Осталось только кубик поставить так, чтобы он не прыгал. Все. Теперь я возвращаюсь назад и делаю то, что делал. Нас ожидает платформа. Ну давай, шарик, поговори, Бьюкта. Тун-тун-тун. Triple kill. I can't shed out too many details, but get ready. Aim and fire. And someone from industrial engineering will be fired too. Well, so long for a dramatic and grand finale. Ну чё, шарик, теперь не зажгёшь меня, да? Бадочки! У нас осталась только одна. Я ее не могу подобрать. А, вот, подобрал. И вот, смотрите, там есть тайная дверка. Теперь бы не сдох. Okay, so your personality fits those of a previous test subject. She almost blew up the whole facility and killed my boss once. So I have instructions to let you go to avoid any future problems. Go through the door. Уже зашел в эту дверь. This elevator will take you to the surface. We want to meet again. This is it. Goodbye. You know, you were my first test subject. Always have a deep place inside my cares. Как грустненько, ты меня измучил. Прощаешься со мной. Да я ухожу с баночкой, я ухожу с баночкой. Такая музыка вообще играет, типа печальная. О, турельки. Блин, как будто все слезано из концовки Portal 2.
Рандомная камера. Темнота. Дверка. Какая-то вспышка у меня слишком уж. О, еще куча баночек. Так, их можно. Блин, нельзя растолкать. А, во, растолкал. Че? Ну, вы догадываетесь, что это. Вот и все, теперь мы окончательно прошли Aperture. Так, две концовки есть. Первую концовку и полное прохождение я стримил. И по идее, когда этот ролик уже будет залит, должны быть и все серии прохождения. Сори, конечно, что вот так вот я немного долго пытался вам показать. Но все бывает. В общем, в итоге я уже говорил по этой игре. Можно послушать музычку. Ну и в целом-то больше ничего такого мы больше не увидим. Ну а я бы хотел пожелать разработчикам удачи, чтобы они сделали этот мод лучше, чтобы он был. Чтобы он стоил своих денег вообще. Потому что он не стоит денег вообще пока на данный момент. Я не понимаю, почему Volvo согласились дать им добро на это. Ну, понимаю, мод. Может быть, на Go лучше каких-то, но бывали лучше. Я считаю, что для мода это слишком уж еще. Не такой уж прям это и мега-мод какой-то. Да. Но я надеюсь, что в будущем мод может станет лучше, добавит кооп. Ну, кооп-то тут есть в картах сообщества, но хотелось бы сюжетный кооп. И больше вообще сюжетного всего. Тут сюжета нет почти, по сути, никакого. Тупо камеры проходим. А надо сюжет. Сюжет. Ну что ж, на этом я окончательно завершаю прохождение Aperture Tag. Если, конечно, что-нибудь новенькое выйдет, я обязательно пройду. Ну а с вами был я, Павел Первый. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, прокомментируйте. Добавьте видео в избранное, поделитесь им. Посоветуйте, какие моды, карты можно еще пройти. Как в Aperture Tag самом, так и в Portal 2 оригинальном. Ну, ждите новых роликов. Всем пока!